Новый функциональный тренажерный зал для тхэквондистов был открыт на перекрестке Железнодорожного и Засвияжского районов. Финансированием данного проекта занимались Министерство физической культуры и спорта, Ульяновская региональная федерация тхэквондо и внебюджетная деятельность спортшколы тхэквондо. На ремонт у нас ушло более 500 тысяч. Мы здесь провели полностью капитальный ремонт, заменили окна, демонтировали трубы. Ну, в общем, вы видите, в принципе, какая красота получилась. Почетными грамотами Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области были награждены все, кто внес свой вклад в открытие этого зала. Защищайте. Спортивное право – это важнейшее право сейчас в современной России. Нам очень не хватает спортивных туристов. Помещение было выбрано не случайно. Именно с этого места началась областная история тхэквондо. Ремонт был завершен в течение полутора месяца, и зал уже полностью начал функционировать. Вот в этом микрорайоне и рядом микрорайонов нету тренажерных залов совершенно для нашего вида спорта. Они все коммерческие, платные. Нам пришлось открыть этот зал специально. Сейчас спорт развивается таким образом, что нужно еще кроме тхэквондо еще и дополнительные занятия проводить в тренажерных залах. Занятия и тренировки в этом зале будут проходить для спортсменов абсолютно бесплатно. А уже с сентября месяца зал будет также доступен для всех желающих. Кристина Жако, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.